Пишет Володя: уважаемый Петрович, как излечиться от хихомонад? Help me, Володенька. Да на моем сайте, о котором я так столько рассказываю, выложены авторские учебники. Вот они тут, авторские учебники, если тут она захватывает, вы увидите. Вот такая книжечка лежит. Жизнь без паразитов. Что там? Трихомонады. То есть жизнь без паразитов. Одно из наиболее лучших руководств по избавлению от всей этой заразы. Я особо и не читал такого у других авторов. Смотрите, содержание. О защитных силах организма, тема первая. Вторая, что надо знать о паразитах. Наиболее значимы для человека паразиты, вирусы, грибки, черви и так далее. Глава 2. Диагностика от паразитов. Тема 3. Что влияет на паразитов? Информация о фитонцидах, то есть информация о том, что можно подобрать для избавления от паразитов, чего они боятся. Наконец-таки антипаразитарные и противолистные травы, горькие тоники, питающие травы, улучшающие обмен веществ травы. Ну, почему вы не читаете? Ё-моё, слова, что можно использовать от паразитов, питание, ядовитые вещества, качество воздуха, дополнительное разъяснение, практика и знания от паразитов. Голодание против паразитов. В конце концов, глава 3. Вот как раз это то, что вам надо. Наиболее вредные паразиты для человека. Токсоплазмы. Трихомонады. Ну вот, почитайте. Лямбли, аскаридоз, нитрозы, все такое. И даже тонкоматериальные порчи, вампиризм. Ну, зайдите на мой сайт Малахов Про. Вот она, библиотека. Все, она ждет вас, когда вы зайдете и в конце концов почитаете. Я ж не могу все время рассказывать. Но могу я сейчас просто-напросто как бы отсканировать вот это вот все и выложить. Ну, например, вот смотрите, что я могу сейчас сделать. Так, что влияет на паразитов? Жизнь без паразитов. Ну, такое руководство, ё-моё. Вы будете сами профессором по изгнанию от паразита. Вот смотрите. Наиболее вредные токсоплазмы. Вот они какие. Так. Острая форма. Какая бывает? Врожденный. Приобретенный. Четыре формы приобретенные. То есть это ж не просто я, вот знаете, сам вот что-то взял и придумал, тут в голову мне сбрело. Я же работал с научными источниками для того, чтобы все это написать. У кого чаще всего обнаруживают токсоплазмазу? Лечение, наконец-таки. Опачки! Кремнием, лечение с помощью полыни, спиртовой настойки чеснока, приема керосина, прием тарочатки. Голодание на урине, втирание в кожу старой урины, укрепление иммунитета, очищение организма. Вот, раз, наконец-таки трихомонады. Что это такое? Простейшие из класса жгутикового семейства трихомонады. Паразитируют три вида, представляете, вагинальная, ротовая и кишечная трихомонада. То есть это все, вот, как заразилось, то есть это весь организм. Практически. Если она есть во рту, значит она есть и будем говорить, и в других местах. Ротовая, кишечная, трихомонадное заболевание. Вот что использовать. Жизнь без паразита. Вот смотрите, что тут. Трихомонада жутикая форма. Взрослая форма. Амебовидная. Цистоподобная. Вот существует особенности заражения женщин, как это происходит. Так, проявление особенности заражения мужчин можете почитать. Диагностика мужчин, системы болезни, симптомы болезни, кальпита, жидкие пенисные гнойные в острых случаях, возможное осложнение, лечение. Гинеколог Миликова рекомендует способ лечения
трихомонад с применением средств, улучшающих тканевый обмен и стимулирующих защитные силы организма, что также улучшает проникновение лекарственных веществ в очаге поражения. Заключается в следующем. Алоэ, то есть даже медицинское какое. Трихопол там используют. Натуральный подход, несколько иной. Очищаем организм. Иммунитет. Третий лечебный препарат от трех видов хромнатов. Тройчатка. Настой перегородок или зеленый кожур грецкого ореха. Кстати, кто-то меня спрашивал про демодокс. По-моему, тут, возможно, и про него написано. Далее. Что могут женщины использовать? Наконец-таки трихомонадная теория рака отсвечивает Тамары Яковлевны. Хламидии. И пошло, 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 пошло. Ну вот. Вот она лежит, ждет вас, понимаете? А вы погибаете. Просто-напросто погибаете. Ну, немножечко ж вы как-то это... Проявите инициативу, посмотрите, что в других, а то вот увидали только одно, ах, бац, и все, я лучше спрошу. Да там столько всего, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.